Добрейшего, бодрейшие. И мы продолжаем играть в GTA Vice City. Итак, я надеюсь, все уже подписаны на канал. И давайте подождем, пока подпишутся все. Давайте все вместе подождем Иванова. Так, ладно. Продолжаем играть в... Начать игру, загрузить. Vice City, сейчас найдем где-то 21 апреля. Последнее у нас, да? Апрель же после марта идет. Итак, что у нас вообще здесь? Что нам вообще делать? Мы здесь уже практически короли. А ну, опа, опа. Ничего вы мне не сделаете. Где бы взять машину? Блин, и все ходят, посмотри на них. Одни полицейские. Поедем, значит, на... О, а выбор-то большой. Куда ехать? На букву К. На... Стоять. Стоять, братва. Сейчас вот этот товарищ... А, ладно, уже... Блин, легче эту машину уже взять просто. Все, сейчас мы по... У нас... Откуда у меня столько денег? Ничего себе! Оружие есть, интересно. Ну чё, едем на букву К? Это... Вот ты в меня врезался, а виноват я. Он врезался в меня. А я виноват. И врезался в меня и арестовал. Беспредел вообще. Козлы. Да. Откуда? Где? Вот где? Что с этой машиной? Чего она такая? Кто меня видел? Почему у меня звезды? Ну ладно, черт с ним. Сейчас пока доедем, ее уже не будет, правильно? Так, едем на букву К. Я не помню, что на этом. И купить бы что-нибудь. Я хочу купить. Где там этот клуб? Кстати, а он не здесь ли? Где-то рядом. Он где-то здесь. Когда нам уже, кстати, его дадут в конце концов купить? Да ё-моё. О, это ты задавил. Я не виноват. Слушайте, чё? Так сейчас же нам, наверное, его... А ну-ка. Ау! Я хочу этот клуб! Хочу себе клуб. Собственный. Чтобы прийти и всех выгнать. Вечеринка закончена! На каком языке он разговаривает? Я НАТО! Английский, что ли? Британский, английский. А сейчас. Ау! Так, здоровье, Лэнс. Кого-то надо угрохать опять. Ёлы-палы. Хорошо, что в жизни вопросы решаются не все таким примитивным способом. Хотя тогда у меня бы по литературе была пятерка. Хм. И по остальным предметам. Где здесь поворот? Я не знаю, есть ли у нас оружие. И надо было... Надо было... Проверить бы. А чё за... А, стоп, нам его надо наоборот защитить. Он там от кого-то уезжает, что ли? Что происходит, блин? Ты где? Ты здесь или... Я не вижу... Нет, он не на острове. Хорошо, что я не свернул. Что надо сделать-то? Ох, какой был поворот красивый! Сейчас мы тебя догоним. Ой-ой-ой, я, наверное, далековато поехал.
Так, 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 хорошо. Что это? В... О, нет! О, нет! Там уже... Что у нас с оружием? И все. Кто-нибудь? Машина нужна? Ой, стой. Вот это подойдет. Спасибо. Ай-йоу-йоу! Давай, вали отсюда. Вот это можно купить. Но, наверное, сейчас еще нельзя. Я хочу столько всего купить. Ну, ой, ёлки-палки, эти проклятые столбы. Так, как туда проехать? Только по дороге? Я уже мчусь к тебе, Лэнс. Или убить, или защитить, я еще не понял. Ёлки, он на одной ноге прыгает. Я должен забрать. Мы должны... Да, быстрее. Мы должны забрать все это оружие быстрее. Ой, денежки. Ой, сколько. Ёлки-палки. Тыщеночку целую. Даже две. Ты чё... Это как вообще возможно сейчас было? Как? Смотрите, на одной ноге скачет. Где? Да ну блин! Лэнс должен был выжить. Вот вы козлы вообще, конечно. Зато мы немножко набрали себе денежек. О, ребята, слушайте. Тут товарищ сидит. Так, вы сейчас сами напросились. Скорая приедет, вас поднимет. Мы едем обратно. Что поделать? О, кстати говоря, мы можем не ехать обратно. Мы сейчас попробуем... Ай, блин, а сохраниться-то надо. Купить что-нибудь надо купить. Это не лечение. Вот здесь где-то был. Я видел, там что-то покупается. Нет, не эта женщина. Хотя, судя по наряду... Где-то, блин, вот где он? Где-то он здесь. Может, там можно будет сохраниться? Или он деньги будет приносить, или что еще? Нет. Вот это вот вообще сейчас прыгнул сам под колеса, а его братва, прикиньте, новый развод. Слили товарища. Он прыгает под колеса, а они потом набегают. Йоу! Короче, я сейчас не найду, да? Я помню, что можно купить... Впереди там... Завод рыбный или что это? Но опять же, блин, сейчас вот туда доехать и внезапно понять, что завод купить нельзя. Вот будет весело. И придется мчать обратно, ничего не сделав. Сохраняться и... Это что было? Я просмотрел. Что это там было? Сердечко. О, ребята, давайте... Перестреляйте друг друга. Давай, давай. Ай, молодцы. Ой, ой, молодцы. Ах ты, как ты забрал мой пистолет. Ладно. Пистолетом. Опачка. Отлично. Вот оно, вот оно. Скажите, что можно купить. Ай, ты,
Тьфу! Фабрика мороженого. Я должен ее купить. Может поехать вот на эту? А завод? Завод тоже нельзя, да? Или что это? А ёлы-палы, ну вы, конечно... Я тут еду. Скажите, что хоть его можно купить, а? Да ё-моё, а когда тут вообще что-нибудь где-нибудь можно будет купить? Что это за фигня? Условности какие-то. Деньги же есть. Да, блин. Короче, едем вот на эту... Там что-то было. А. Ну, давайте побегаем, конечно. Почему бы нет? Возьмем свою... Ой, ё-моё, какая она разбитая. Едем, в общем, на эту корону. Чё это вообще понятия не... Ой, это что еще такое? Это что еще такое? Что? О, пикап. Ну... Я не специально забираю машины только у темнокожих. Это чистая случайность. Сколько тут людей. О, тихо, 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 тихо. Все, блин, я тут еще не был. Я уже... Там тоже что-то продается. И тоже нельзя купить. Вот 100%. Это что вообще такое? Я хочу купить все. Да, блин, 30 тысяч баксов. Да ё-моё, блин. Автосалон тоже нельзя. Ничего нельзя. Никакого праздника. Ну, блин, ну это, конечно... Нет, ну это правда. Не прикольно. Совсем. Вот интересно, и чё нам здесь? Вовкет. А-ля-ля-ля-ля. Ну-ка, ну-ка. Да, парень. Эй, полегче, папе. Это для меня. Вот это тот мальчик? О, да, вот это он. Я так думаю, понимаете? Нет, наверное, не понимаю. О, да? Вы пришли сюда, крутой парень. Вы думаете, что можете так говорить? Вы думаете, что сделаете из меня дурака? Нет, я думаю, что вы делаете дурака из нас обоих. Эй, он назвал вас тупым, сынок. Я назвал его девчонкой, папе. Посмотрите на него. Он так и оделся. Что это за женская ночнушка? Вы что, такой крутой? Вы почему оделись как женщина? У вас и трусы, как у женщины? Ха! Что вы имеете против женщин? Вы предпочитаете мужчин, мальчик? Я люблю женщин. Я люблю всех женщин. Я люблю свою мать. Хорошо, хорошо, я верю вам в этом. Успокойтесь. Вы умеете водить Амиго? Да, как женщина. Забавно, вы мне нравитесь. Может, вы и поможете? Докажете, что вы мужчина? Ну же, уничтожьте эту лодку. Покажите, что у вас есть яйца. Спорят, спорят, что из них женщина. Потом, вы мне нравитесь. Эй, чувак, неловкий перевод. Том Ларсетти, идем. В любое время, потому что у вас есть достоинство. У всех моих друзей есть большое достоинство. Не знаю даже, как к этому относиться. Ты клёвый, чувак. Давай без этого.
Извините. Пропеллерами срезал пару человек. Ну, с кем не бывает. Так, контрольные точки. Ёлки-палки. Еще 23, а минуты всего 2. Это с дороги, блин! Вы себя называете мужиком? Сейчас я тебя назову таким словом. Ты забудешь, как тебя звали до этого. Будешь меня отвлекать. Он так стоит непринужденно во время полета. Оу, это как, почему она свернула? Я надеюсь, я успею. Вы маленький напуганный котенок. Малыш, позовите свою маму. Че? А причинно-следственные связи у твоих слов вообще бывают? Или мама тебя не научила? Так. Давай. Давай. Где? Стоп. А, вот она. Ай-яй-яй, я еще видел на карте. Ну давай, поворачивайся. А так. О, молодец. Давай. Давай. Неплохо, ты настоящий мужик. От тебя я этого слышать точно не хочу. Слишком часто ты говоришь про достоинство своих друзей. Ёлы-палы. Это такие бандиты, да, в Америке? У всех моих друзей большое достоинство. Ладно. Дело ваше. Мужик, вы мне нравитесь, вы мне сильно нравитесь. Слушайте, я пошутил. У вас есть достоинство. У всех моих друзей есть большое достоинство. Тогда я тебе не завидую. Девять. Восемь. О, ё-моё, я прям впритык, что ли? Пять. Я уже на время не смотрел. Тысяча баксиков. Прекрасно. Покатались. Чё, можно уже, наверное, и домой. Дать. О! Ах ты ж. Сволочь. Что ты можешь улучшить свое самочувствие. Пусть Энтони полет поджарит тебе мясца. Заходи ко мне время от времени, хорошо, Томми? Это чуть... Они вообще о чем разговаривают? Так, это что за... Отпечаток появился новый. Короче, едем сохраняться. И... Ай, ладно, и все. Ничего нам купить не дают. Сейчас бы проверить клуб, можно ли купить. Потому что, ну, как миссию... Или еще будут в нем миссии. Вот интересно. А, стоп. Мы же не выполнили. Че я... Эта машинка классная. Резвая. Клуб мы купить не можем пока. Сейчас я на ней жахну. Давай. Оба. Хорошо полетело. И там полицейский стоит. Ничего необычного.
просто... А, уйди ты. Вот здесь мы сейчас сохранимся. Вот она, наша маленькая резиденция. А, это просто... комната в отеле, наверное, у нас. И все. Сохранимся. И на этом сегодня закончим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И обязательно заходите. В следующий раз мы чуть побольше попробуем выполнить хотя бы одну нормальную миссию, а не только послушать про большое достоинство мафиозных друзей. В общем, всем хорошего настроения и до скорого.